чатику пишите, пожалуйста. В Твиче. Первый бан от Кирантора, да и геном. А еще обязательно пишите в чате на Твиче, пожалуйста. Вроде он должен мне работать. Вторым баном катастрофа. Фу-фу-фу. Рустик, ты играешь не против меня. Я уже вылетел с турнира, вообще-то. Очень грязный бан. И да, обязательно напишите, что по звуку, я не знаю, потому что у меня вот наушниках очень громко, я не слышу себя, когда говорю в микрофон. Отличные баны. Потише музыку или потише микрофон. Это важно. А стартуем-то мы сегодня с Зору и Йо. На чем вчера закончили, с того сегодня начинаем. Ну что ж, пик нашего любителя Дай Геноми. О, первый мисс от Игоря. Да, небольшая синхронизация. То, что мы очень любим. Если музыка громко, то обязательно об этом говорите и... вот он, скоро V2. Посмотрите, разница в комбе и разница в точности. Наш любимый Сотка Полис в исполнении Кирантора. И сейчас начинаются первые слайдеры. Оба игрока отличных проходят. Десять процентов разницы в точности. Еще один мисс от Дай-Дай Генома нашего турнира. Ой,
И 50 на 60 разница. 12% в аккуратности, это что-то невозможное. Не, ну если так писать... О, оба игрока мисают. Что-то не так с Кирен Тором. На жампе ошибается очень сильно. И еще один мист Кирен Тора. И Кирен Тора ошибается на том самом слайдере. Я смотрю, Рустик решил по моим стопам пойти и просто залажать карту. Напомню, это скоро в 2 фри мод. Оба игрока играют без модов сейчас. Еще одна ошибка. По-моему, в этой карте уже все на самом деле довольно ясно. Отлично аккуратность от Игоря. 97 с лишним процентов. Харуё. Великолепное прохождение слайдеров. Вот дай-дай гено, моя ошибка на следующих джампах. Не-не, нельзя вот на этом моменте эту карту мисать. Очень опасный хп-бар был. Это 1-0 в пользу 5-3-9 Дайдай Геноми. 2 минуты просят перерыва. Победитель этой карты. Какие-то проблемы с клавиатурой. Кажется, у кого-то проблемы с механикой. Ну, кстати, смотрите, да. Мисов-то у них примерно одинаково, но очень-очень сильно зарешала Акка. Хотя разница в комплексе около сотки. Курсор Dance Game. Окей. Скоро в 2. Вот он, скоро в 2. Там шуточки про Hidden пошли, но я вот вчера в Hidden нет проиграл вообще-то. 2 карты из 2. Так. Ой-ой-ой. А это, по-моему, скоро В2 HR как раз, да, климакс. Я мапу сейчас не открыт, и мне немножко приходится терпеть неудобства. Итак, игроки уже начинают вторую карту. Хардрок. Карта. Скор В2. Когда вам по лову? Никогда. Шутка. Когда наберется хотя бы 40 человек. Я уже про это говорил неоднократно. Ой-ой-ой, какой я... Мисс Кирен Тора. Лип... Ага, я понял. В этом мапуле очень сложный ХР. И поэтому игроки будут играть, типа, кто больше очков наберет в фейле.
Да, конечно, обязательно синхронизация, это то, за что мы всегда любим турнирный клиент. Мисс отдай-дай генома. Вот у меня сейчас из-за того, что оба игрока фейли, как бы, тут вообще жесть какая-то. Нет, это прикол именно турнирного клиента. Ну, надеюсь, Пеппи лучше когда-нибудь сможет сделать. Так. У меня, если честно, не отображается, кто сейчас выиграл. Пожалуйста, кто-нибудь. Кто-нибудь, сейчас я запущу, как бы, все это дело. Мне придется открыть браузер. Надеюсь, у вас от этого ничего не изменится вот, в вашей жизни. Но здесь выиграл Дайдай Геноми. Как подсказывает мне Вровзер. Вровзер мне подсказывает. Оу. Ну что ж, поехали. Один из самых известных боссов треков от Undead Corporation. Это новый мод в Score V1. Для тех, кто вдруг по каким-то причинам заглянул, кроме участников этого турнира. Да, сейчас, как всегда, синхронизирование. И мы узнаем, как это будет играться. Кстати, интересная карта. Реально интересная мне прям. Хочется посмотреть на это подольше. О, Киран Тори решил мисснуть, прям откровенно. Киран Тори не может пока никак набрать комбо. Карта длинная, конечно. О, первый мерс. Дай-дай генома. Оба игрока хорошую комбу набрали, и прошла уже треть карты. И скоро спарт с очень длинным стримом. Прям готовимся и ждем, ближе к середине карты. О, мисс от Дайдай Генома. И синхронный мисс обеих игроков и на стриме. Преимущество минимально сейчас. Меньше 300 тысяч и одновременно мисса от оба игрока. Самый медленный парт на этой карте. Оу. Вот этот мисс может стоить карты сейчас, ДД, геному. 300 тысяч разницы.
Еще один мисс от Игоря. Яка-то примерно выровнялась обоих игроков. Кенантор набирает комбу. Меньше 100 тысяч уже разницы. Господи, что творится вообще? Мисс от Игоря. То, что творится вообще на этой карте. Кирантор набирает комбо. Очень сильно сокращается разрыв. Кирантор выходит, лидеры. Кирантор мисснул. 200 тысяч разницы. И мисс от Дайдай Генома. Фейл. Два, один, и Кирантор открывает свой счет в этой встрече. Там кто-то про аутистов говорил, проигрывая вчера, как товарищ из Польши, да? Кажется, кто-то нас сегодня замучит хардроком. И это Короро, Фейри Ринг. Фан тут он получил, ага, фан. Рафан, помойка. Да, да, писал, ты писал, не как они, ты писал еще хуже. Троллфейс. Мапу настолько слабый, что ты его мисал? Окей. Слишком толстый троллинг. А мы переходим к четвертой карте. Еще ничего не ясно на самом деле. Кстати, для тех, кто у нас участвует, там MP-линк доступен уже в табличке. Естественно, я сейчас не заполняю. Ошибка от Дайдай Генома. И след от Кирантора. Еще один мисс от Кирантора. Не успел догнать и мисс после половины карты. Кирантор начинает отрываться. Синхронно миссуют оба игрока, и до конца карты остается уже совсем немного времени. И Дайдай Геном, по-моему, улетает в фейл, да. Оба игрока зафейлили, но Кирантор побеждает на этой карте. Два-два. Оу.
А ведь по последнему пику уже остается. У обоих игроков. И третий пик от Дайдай Генома. Хиден вскоре в 2. Кроличья тема актуальна в этом мапуле. И, кстати, это самая долгая карта в мапуле. Более 4 минут она длится. Первый бис был от Генома. Кирантор, в свою очередь, тоже мяснул, и какая-то гигантская разница по Аке. Да, скин я скину позже, с одного из турниров 16-го года он был взят. Поэтому All Rights Reserved, the skin is not mine. Причем очень клевый турнир проводился. У ребят, которые стримили. Извините, даже баржи на форуме раздавали, а Кирантор тем временем совершает еще одну ошибку. И Сака 76% пытается что-то сделать. По-моему, выбраться из фейла. Какой гигантский отрыв, 700 тысяч. И это, когда третья карта карты уже прошла. Мистер Пеппи, можно синхронизировать нас, пожалуйста? Спасибо. Оу. Мисс от Игоря. И какая-то серия из миссов. Кирантор также ошибается. Вроде только начал набирать комбу. И 1 миллион поинтов разницы. Оу. Failed miss. Dream. И уже первая половина карты прошла, и, ну, количество accuracy меня не очень радует, если честно. 78 против 90. Практически 1,5 миллиона разница. Игорь ошибается на слайдере. По-моему, геному сейчас важен больше хп-бар. Уже чем что-либо другое на этой карте, он может ее мисать сколько угодно, лишь бы хп дрейн оставался нормальным. Более 1,5 миллиона разницы.
И с крайне разгромным счетом это уже 3-2 в пользу Дайдай Генома. Да, немножко у нас синхронизация карты затянулась, этого игроки раньше много и закончили играть. Матчпоинт для Дайдай Генома. 5-3-9 Дайдай Генома. По банам, вот, да, хороший вопрос по банам. Сейчас я вам скажу, какие баны были. Еще раз. В банах был Дайдай Геном от Кирантора, катастрофа от Дайдай Генома, Darkness от Кирантора. И еще один был. А, и Snake Eyes был в Хэре в бане. Вот, нашел пологу. Уф! Фримод! От Кирантора. Химеринга. Что, шестая карта этого турнира? Этой турнирной игры, прошу прощения. Надеюсь, синхронизация будет. И оба игрока играют без мода. И первый мисс от Кирантора. Дайдай Геном также миссает, и 200 тысяч разницы. Здесь очень сложный слайдер на этой карте, между прочим. Оу! И это мисс от Генома. Кирантор может сейчас немного камбэкнуть на этой карте. Надо просто продержать комбо. Это и Геном. Слайд еще раз, и Кирантор выходит в лидеры на этой карте. Нужно всего лишь доиграть карту. И с большим преимуществом второй половине карты Кирантор делает счет 3-3. И самый карамельный тайбрейк. Ваши карамельные мечты, напоминаю, тот, кто выигрывает эту игру, проходит на один раунд дальше, сразу в третий. К сожалению, товарищ Лич не может по техническим причинам продолжить участие в турнире после групповой стадии. Да, небольшой перекур перед тайбрейком. Да, первый тайбрейк на турнире хайп. Я оба раза не попал в тайбрейк, по-моему.
потому что снимал карты. Не один. До скольки я дома? Ну, по Челябинску. Если вы хотите сыграть, то лучше по Челябинску 8, по Москве в 6. Ну, не позже, потому что с 7 по Москве я уже должен быть на прайме. Поэтому, если вас получится сыграть в это, с этого времени, я изи застримлю. Как раз это во сколько? Если вы начнете в 6? Нет, если в 6 вы по Москве начнете, 8 по Уралу, то я только за. Вова, скажи мне лучше, ты готов будешь сыграть 8 по Челябинску, через часик получается? Знаю то, что его долев по узерам пойдешь. Все, отлично, значит, 6 по Москве, 8 по Челябинску, мы еще вернемся со следующим матчем. Он ужинает за стримом. Алло. Ого-го. Кто заглянул в наш чат? Прям пламенный привет. Не, в 7 по МСК я уже буду занят. А вот в 6 по МСК я готов. Блин, вот почему лич, хочу лича на турнире, а он повредился. Нет, карта уже скоро на второй круг пойдет. Не, я-то, конечно, могу сражать Карамоха Эван вечно. Но было бы неплохо уже отыграть в тайбрейк. Воу-воу-воу. А игроки-то уже здесь? А игроки-то уже all players already? А это значит, что тайбрейк начнется прямо сейчас. Сейчас у нас заново синхронизируется игра, потому что это что-то ненормальное. Игра-то уже идет, а я это... Во, наконец-то! Да, конечно, обязательно. Нужно вот это вот поймать. Да сейчас узнаем, чьи карамельные мечты по третьему раунду сбудутся. Оба игрока играют без модов. О, первый месяц от Дайдай Генома.
Напомню, скоро V2 тайбрейк на этой стадии турнира уже. Ответный мисс от Керан Тора. И мисс от Дайдай Генома на первом припеве. И ответный мисс от Керан Тора. Ой-ой-ой-ой, хэвабарта в нуле. И кому-то придется сегодня выбираться из фейла. Еще один мисс от Генома. Ошибается он на вот этом джампе. И уже практически прошло. Херафой на карты, Керан Тор выходит вперед. Стример следит за геномом больше. Если оба игрока упали к концу фейл, то побеждает тот, кто больше очков набрал. То есть система ОСУ здесь остается неизменной. И осталось всего четверть карты, гигантское преимущество Керан Тора, и Игорь уже пишет КГВП. И в этой серии побеждает Керан Тор. 4-3. Good game, good point. Это значит, что сегодня мы, скорее всего, с вами еще встретимся всеми. На игре в финале верхней сетки. Между Vic363 и Who Am I? И всем до скорого!